Друзья, здравствуйте. Меня зовут Рустам. Вы меня все хорошо очень знаете. И я бы хотел представить вашему вниманию свою коллегу, с которой мы не виделись очень давно. Ну, порядка, наверное, лет 9, да? Да. Она приехала из Москвы, и она является топовым агентом в Москве. Поэтому, друзья, сегодня мы решили для вас предоставить обзору именно конструктивный диалог в формате того, что выгодно в Самаре и что выгодно в Москве. Прошу любить и жаловать. Зовут ее Елена. И мы начинаем. Поехали. Поехали.